Приветствую. Уважаемые, для вас есть возможность зарабатывать деньги на финансовых рынках под руководством основателя проб-трейдинговой компании Александра Смирнова. Он уже более 9 лет в трейдинге, его компания привлекает и управляет финансами, обучает трейдингу и оказывает консультации по инвестированию. Александр в сотрудничестве со мной открыл свой публичный счет под наш совместный проект, к которому вы можете подключиться уже сегодня. Ваш брокерский счет будет просто копировать все действия Александра автоматически, открывать и закрывать сделки. Прибыль в зависимости от ситуации в мире от 5 до 55% в месяц от вашего личного депозита. По всем вопросам пишите в мой телеграм, мы открыты и готовы к сотрудничеству. И во всем вам поможем разобраться и начать зарабатывать с нами. Также подпишитесь на канал и следите за нашими успехами. Всем удачи! Зарабатывать. И поэтому надо просто формировать свою личную стратегию и вокруг него работать. Я прихожу сюда рассказывать не про то, что надо делать и как надо делать, а скорее, наверное, что я нашел на рынке согласно своей личной стратегии. У меня стратегия простая. Я сначала альты смотрю биткоин. И мне нужно, чтобы либо какой-то уровень был, удержался. То есть, если бы компаунд был, например, вот в этом уровне была хорошая неделька, ну, какая-нибудь тень, и все. А он тут без тени просто стоял и пошел ниже. А здесь вообще уровня нету. Соответственно, я его не особо рассматриваю с точки зрения трейда, потому что к биткам он смотрит, ну, очень слабо. Так, мовер. Новые монетки. Ну, это что-то такое молодое. Если монетки меньше там 2-3 месяцев, то у него вообще истории никакой нету. Ну, тут, наверное, фундаментал надо смотреть. Капитализацию. Что-то его сливают и сливают. Ну, кстати, вот такие, если вы видите какой-то проект, и вы здесь его купили, и у него нету истории, то будьте готовы к тому, что может просто он, пока рынок не развернется, будет падать. То есть чудо произойдет только если рынок развернется. Ну, либо если эта монетка там где-то удержит уровень. И там надо смотреть токеномику, фундаментал, там вообще другая история. Я не могу по каждому альткоину сейчас вам расписывать. Во, смотрите, вот видите, тут такая прикольная история. Монету лили. И к биткам она встала. Все, вот теперь можно его рассматривать с точки зрения трейда. А лучше я сейчас его себе добавлю даже в эти закладки. И к долларам она также выглядит. Ну, вообще прикольно смотрится, Андрей. Вот из всего списка, который ты мне написал, вот этот, наверное, самый такой путевый смотрится. Так, идем дальше. Приветствую. Уважаемые, для вас есть возможность зарабатывать деньги на финансовых рынках под руководством основателя проб-трейдинговой компании Александра Смирнова. Он уже более 9 лет в трейдинге, его компания привлекает и управляет финансами, обучает трейдингу и оказывает консультации по инвестированию. Александр в сотрудничестве со мной открыл свой публичный счет под наш совместный проект, к которому вы можете подключиться уже сегодня. Ваш брокерский счет будет просто копировать все действия Александра автоматически, открывать и закрывать сделки. Прибыль в зависимости от ситуации в мире от 5 до 55% в месяц от вашего личного депозита. По всем вопросам пишите в мой телеграм, мы открыты и готовы к сотрудничеству. И во всем вам поможем разобраться и начать зарабатывать с нами. Также подпишитесь на канал и следите за нашими успехами. Всем удачи!